Ребята, всем привет! Меня не было 1000 лет на Ютубе, потому что я не знаю почему. Мне не хотелось снимать ничего, как-то не было желания. Вот, но сегодня я решила показать все то, что мы купили Тимофею к школе. Вы, наверное, знаете, что здесь, в американских школах выдается, ну, точнее, не выдается, а на сайте каждой школы можно найти список, что нужно купить к школе. Вот, и мы, значит, нашли этот список на сайте и поехали в магазин и купили. Мы прочитали, что будет подешевле, если поехать в Walmart и купить там. Хотя многие покупают и в Target, и вообще в любом супермаркете это все продается на самом деле. Вот, но в Walmart мы так поняли, что выходит подешевле. Вот, и купили мы 3 мешка канцтоваров, которые нужно принести будет завтра в школу, завтра open house, и мы будем знакомиться с новой учительницей, потому что каждый год в Америке новый учитель и новый класс будет, и заодно отнесем все, что мы тут накупили. Вот, давайте сейчас покажу, что у нас тут есть. По списку нужно было купить вот такую папку на кольцах. Как правильно она, черт ее знает. В общем, она должна быть 1,5 дюйма. На кольцах просто обычная папка. Я не знаю вообще, правильно мы купили, неправильно, потому что я ни разу еще этим не занималась, первый раз. Затем купили вот 3 упаковки салфеток, было написано 3. Просто обычные сухие салфетки. 2 упаковки просто санитайзер. Я просто его купила в Aldi за $1. Вот, дальше мешок целый различных карандашей, значит, 2 упаковки карандашей. В конце видео я скажу, сколько у нас это все вышло примерно. Это dry erase какие-то, маркеры, ручки обычные голубые. Купили здесь 2 клея, и просто представляете, больше не было клея. Был только такой типа ПВА в банках, а нам нужны были стики, поэтому мы пошли еще в другой магазин, там купили за $1, вот, или за 2 доллара. 2 зачем-то ножниц мы купили, я не знаю, зачем их 2, где-то тут еще одни в мешках лежат. Стирательные резинки вот такие прикольные, они одеваются вверху, на карандаш сверху, просто удобно. Хайлайтеры вот эти мы купили. Вообще-то надо было 4 штуки, но там было либо 5, либо 3. Я решила, что 3 ему хватит. Дальше крайонс эти. Тут везде именно они нужны, и они продаются во всех магазинах, поэтому... Вот, цветные карандаши, упаковка 24 штуки. Вот еще одни ножницы. Вот. Дальше. Зачем-то, не знаю зачем, им нужны зиплок. Вот эти вот пакеты, причем мальчикам для сэндвичей, а девочкам написано для галлона. Я не знаю, зачем они им нужны будут, что они там будут с ними делать, без понятия. Вот, и еще один пакет. Здесь папки, просто обычные какие-то бумажные, я не знаю, что они будут с ними делать. Было только написано, что нужно, чтобы они были вот на этих штучках, на зацепках. Вот. Без понятия. Я еще ни разу ребенку ничего не покупала здесь в школу, потому что в прошлом году мы пришли в середине года, и нам ничего не сказали купить. Затем бумагу просто обычную и тетрадки, composition book, вот эти вот. Одну на кольцах сказали, вот мы купили на кольцах. И вот эти вообще самые простые, обычные тетради. Вообще они... Мы даже не стали там выбирать покрасивее, не покрасивее, потому что я вообще не знаю. Вот, например, в прошлом году Тимофею выдали 1 такую тетрадку, и он ей пользовался. И он ее еще далеко не закончил за 3 месяца, даже до середины не дошел. И вообще он в этой тетради только и делал, что рисовал рисунки. Не знаю, что будет в этом году, что изменится с новым учителем. Посмотрим.
Вот, значит, я вам показала все, что мы накупили к школке. Все по списку, как надо. Вот, и Тимофей там орет на заднем фоне о том, что я про него рассказываю что-то. Вот, и, значит, вот эти мешки, все, что я вам показала. Вот, в общем, все, что мы купили, все это в среднем нам вышло, я посчитала, на $63. Вот, и... Я не знаю, возможно, у кого-то это выходит дешевле, потому что я видела в интернете, что у кого-то за $25 все получается купить. То ли наша школа требует очень много, то ли у других уже что-то там дома было, и им пришлось только докупать. Я не знаю, вот у нас такая сумма. Кроме этого, мы купили школьную форму. У нас форма, значит, футболки поло черного цвета, либо бургунди и бежевый низ. Вот. Мы купили ему, значит, у него две футболки, двое шорт. Сменка. Вот. А затем мы ему еще купим брюки. Брюки мы еще не нашли, потому что ему тяжело искать вообще что-либо такое. У него длинные ноги и маленькая попа. Я поняла, что это проблема у всех парней. Вот. Поэтому будем искать ему что-то еще, когда станет попрохладнее. Пока у нас тепло, почти 30 градусов, там 20 плюс каждый день. Поэтому я думаю, что шорты будут идеальны в данную погоду. И, значит, вот такую форму мы купили Тимофею к школе. Ну, значит, у Тимофея были уже одни шорты с прошлого года, я купила ему еще одни. Это Гэп, вроде бы, не помню, да. Да, это Гэп, и они были на распродаже, что-то там $9 или 10. Вот, и вот такая футболка у него должна быть, либо такого цвета, либо черного пола. Но вообще-то у них есть и не пол, у него есть и не пола, ему ничего не говорят, он ходит. Главное, что, видимо, цвет такой, вот. Вообще, это выглядит, конечно, прикольненько, мне кажется. Достаточно симпатично сочетание. Вот, я знаю, что не во всех обычных вот public school нужна форма, но вот конкретно в нашей она есть. И мне кажется, это даже хорошо. Еще раз всем привет. Хотела дополнить... В прошлый раз, когда я снимала видео, мы как раз собирались пойти на встречу на open house, в школу нашу, посмотреть нашу новую учительницу. Вот, я не смогла там поснимать, потому что было очень много людей, детей, все так сумбурно. Вот, но, значит, какие новости оттуда есть, то, что у нас в этом году новая учительница. Она тоже молодая, как в прошлом году, такая активная, веселая. Мы ее предупредили, что Тимофей не знает английского языка. Она сказала, это окей, у меня есть опыт работы с детьми, которые не говорят по-английски. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Мы попросили ее в этом году давать там домашнее задание каждый день, как и всем детям, потому что в прошлом году они почему-то нас жалели и... Продолжаем. Значит, в том году они нас жалели и не давали нам домашнее задание. Вот, в этом году мы попросили, чтобы наконец-то мы делали домашнее задание, чтобы помогало это нам учить английский. Вот. Из хороших новостей, что мне понравилось, то, что класс в этом году будет меньше, чем в прошлом. Детей, количество детей в классе будет меньше. По-моему, 16 человек в этом году, а в прошлом году было 20 с чем-то человек. То есть в этом году вообще как частная школа получается такая. Вот. А и еще наша учительница с прошлого года в этом году будет нашей STL teacher, то есть она будет каждый день забирать Тимофея, чтобы помогать ему учить язык. Вот, это прикольно, потому что она очень классная, такая молодая, веселая, такая сразу обниматься с Тимофеем пошла, когда увидела, вот. Поэтому мы, это хорошая новость для меня, потому что она ему уже знакома, родная, и все будет хорошо, я надеюсь. Ну и, значит, мы отнесли все канцтовары в школу, нам показали наш класс. Нам повезло, что в этом году Тимофей будет абсолютно в том же классе, что и в прошлом году, то есть это будет ему знакомый класс. Вот. Ну, детки наверняка будут другие. Может, кто-то попадется из прошлого года, но в основном нам сказали, обычно дети разные. Вот. Так что пожелайте нам удачи, скоро нам в школу во вторник, это то есть 3 сентября, потому что в понедельник, 2 сентября, здесь праздник в Америке, Labor Day, и никто не работает, не учится. Это все новости, которые у меня есть для вас про школу на данный период времени. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока! When the morning comes, we see what we become. In the cold light of day, we're